обошлось. Давайте поаплодируем. Можете аккуратно даже взять, посмотреть обложечки. Вот. Только не открывайте, можете. Пойдем обратно. За это платить не придется там. За то, что взял, нет. За то, что порвал, здоровьем отдавать. О, вот там флешку стоящие. Да. Вот, то есть можете спокойно подойти, задавать вопросы. Могу посоветовать лично от себя, то, что сам читаю, то, что сам люблю. Очень понравился Hellboy, Марио 1602 и Росомаха Начало. Супермен Земля 1, но это так, любитель. То есть я обожаю DC, я там просто в восторге, но Супермен, он как... Но если фанат, то не очень понравится. Еще немножечко объясним. Здесь есть Суперский Adventure Time, это один комикс с четырехразных обложек. Поэтому будут разные. Да. Снизу стоят в основном книги, которые такие здоровенные, на твердых обложках. А, собственно, они вот стоят в основном более дороже всего. Все остальное, в принципе, такое, ну, на наш взгляд, достаточно такое доступное, по доступным ценам. Да, и не забывайте, что есть ТПБ, что есть ваншоты. То есть большинство на верхних полках, на полках стоят ТПБшки. Ваншоты, они вот, ну, чтобы вы замечали, они более тонкие. То есть вот Человек-паук, Фантастическая четверка, это все ТПБ. То есть там много выпусков в одном комиксе. Хеллбой идет ваншотами, то есть глава первая, вторая, третья, и вот еще одна, третье желание, оно, ну, отдельно в Америке идет. То можно вкратце пройтись по тем основным сюжетам, проще по вселенным, то, собственно, Фантастическая четверка, Халк, Человек-паук.